Цветочные часы. Цветки растений раскрываются и закрываются периодически на протяжении суток. Поэтому по таким биологическим часам можно определить время. Очень рано, едва забрежет рассвет, первыми раскрываются алый мак, корзиночки одуванчика и осота. Позже открываются голубой цикорий и красновато-розовый шиповник. К 6 утра просыпаются голубые цветки льна и картофель. К 9 часам утра раскрываются оранжевые ноготки и бархатцы. В водоемах белая лилия. К середине солнечного дня все пестрит красками от раскрывшихся цветов. Вечером открывают свои крупные цветы душистый табак, а после захода солнца благоухает ночная фиалка.